Итак, вот за эти три волшебных дня, проведенных в этом чудесном волшебном месте, этнокультурном центре «Колосвет», я смогла соприкоснуться с традициями своих предков, узнать очень много интересных фактов из истории и культуры своего народа. Это так важно, это так ценно в настоящее время вообще вот иметь возможность выехать из города, выехать из этой городской матрицы, из этой суеты и побывать вот просто на природе, среди людей, среди, я не знаю, этого солнца, этого неба. В общем, здесь было очень здорово, весело, радушно. И, конечно же, большое спасибо и нашему коту Баюну, и всем, ну, всем родичам, которые здесь были в эти дни, и гостеприимным хозяевам. На самом деле, программа была очень насыщенная, очень целостная. И все было в такой атмосфере дружелюбия, принятия, любви. И все сбилось. В общем, все было здорово, на самом деле. Рекомендую сюда приезжать. Все.